Медики Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф вместо 300% надбавки за работу с пациентами, которые инфицированы коронавирусом, теперь получают только 50%. Национальная служба здоровья Украины не стала продолжать ковидный договор с коммунальным предприятием, заключенным весной 2020 года. Ранее нацслужба трижды продлевала это соглашение. На старте ведомства ежемесячно выделяло одесским медикам скорой помощи 31,5 миллиона гривен. Осенью сумма выросла до 44 156 тысяч, а к концу действия документа до 58 623 тысяч. В марте 2021 года срок действия очередного договора истек, продолжение не последовало и финансирование по этой статье прекратилось. По информации наших коллег, весной медиков начали упрекать в том, что они нарушают протоколы госпитализации. Выезжают на вызовы к пациентам, которые якобы не нуждаются в помощи, и отвозят их в больницы. По словам директора областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игоря Пастернака, коронавирусные доплаты были урезаны по инициативе Нацслужбы здоровья Украины из-за дефицита бюджетных средств и сравнительно спокойной эпидемической ситуации. Интересно, как такая спокойная ситуация сосуществует с постоянными предупреждениями Министерства здравоохранения об осеннем ухудшении общей ковид-обстановки в стране? Интересно также и то, что на материальное поощрение тех, кто вакцинируется, деньги в бюджете есть. А на нормальные заработные платы врачам, которые второй год ведут борьбу с пандемией, нет.